Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Piranha Fishing. И нашим сегодняшним обзором мы начинаем серию обзоров, посвященных очень интересным, на наш взгляд, и востребованным на сегодняшний день катушкам. О них много спрашивали в соцсетях, на выставках. Это катушки в 4000 размере с пониженным передаточным отношением. И первой такой катушкой будет Avior CP. Передаточное отношение у этой катушки 4,8:1, отсюда и аббревиатура CP, означающая Compact Power. Внешний вид катушки просто великолепен, благородный матовый хром и ничего лишнего. Такая катушка прекрасно будет смотреться на любом спиннинге, даже высокого класса. Пройдемся по ТТХ. Высокопрочный алюминиевый корпус, облегченная винчивающаяся ручка, изготовленная с помощью ЧПУ. Air Rotor, эргономичный кноп с нескользящим софт-тач покрытием, с усиленным кнопом Т-образной формы. Облегченная шпуля с IRC-буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ. Полая дужка лесоукладывателя. 4 шариковых подшипника, один из которых находится в ролике лесоукладыватель, плюс роликовый подшипник в обгонной муфте. Вес катушки составляет 270 грамм, что для 4000 размера с металлическим корпусом очень немного. Таким образом, Avior CP сохранил все плюсы обычного Avior в 4000 размере, и к этому добавились неповторимый дизайн и пониженное передаточное отношение, а значит и повышенная тяга. Надо отметить, что именно формат катушек CP оказался наиболее востребованным в условиях российской ловли. Во-первых, появляется возможность более комфортно ловить джигом в средних и чуть выше весах, благодаря пониженной передаче. Во-вторых, все еще не теряется скорость вымотки, что важно при ловле с берега и на дальней дистанции. Еще одна важная особенность – это легкий старт ротора. Нагрузка при начале вращения ручки во время проводки минимальна. И, кстати, друзья, Avior 4000 CP – не последняя новинка в серии Avior, но об этом в следующих обзорах. И в заключение остается добавить, что катушки Avior CP появятся на российском рынке уже в начале этого лета. Их рекомендованная розничная цена будет составлять 4490 рублей. Аналогичных катушек в данной ценовой категории и с данными техническими параметрами на российском рынке нет. Это уникальное предложение от Nautilus. И на этом мы прощаемся с вами. До новых встреч на канале Piranha Fishing.